Павел, Вась сегодня купили два контейнера. Скорее всего, будет пару хороших серий. Второй огромный, там конца и края не видно. Надеюсь, там тоже много чего найдем. Так, пришли во второй контейнер. Этот контейнер огромный. Мы его купили за $1660. 10 на 30, походу. Фонарик. Фонарик? Да, возьми один фонарик, он с маленькой этой. С фонариками у нас беда, ребята. И здесь темно. Вот такой вот контейнер. Много всего, куча коробочек. И ювелирная коробочка. И это не конец, там еще метров 7 туда внутрь. Так, давай, наверное, сначала кровать с тобой вытащим вот с этой. Вот тут водичка есть. Сегодня нам везет на море. Вообще класс. Вот это вытащим. И начнем разбирать. Как будто мы ничего не сделали. Я скажу в двух словах. Ребята, это было самое тяжелое, что мы поднимали за всю нашу карьеру. Да. Это надо было видеть. А ты не рассказал, что? Вот эту кровать. Мы же показали, сколько... Ты расскажи, что за кровать. Кровать Tempur-Pedic электронная, которая поднимает изголовье. Весит она, чтобы не соврать, килограмм 200? Да. Килограмм 200 без матраса. Матрас весит еще килограмм так 50. Угу. Мы по очереди это спустили все с второго этажа в трак. Короче, мы уже все хотим домой. Ой, о, здесь тяжело. Очень тяжело. Давай вместе. Что-то самое хорошее, наверное, лежит здесь. Куча ювелирных коробок. Кит, это китчен, где? Нож. Нож, да, был. А, тренажер классный, кстати, работает. Вот этот. Настя, покажи, как надо. Садишься. На телегу. А. Чё? Зайди сюда. А, вот он нож. Если я не сказал, Настя, покажи, как надо, мы бы никогда нож не нашли. Мы бы не нашли. Вот так. Так я не понимаю, что это ты типа гребешь или... Ты и катишь на велосипеде, и гребешь. Одновременно? Да. Интересно, он дорогой, мне кажется, да? Ну, нормальный, думаю. Кстати, эта кровать новая вместе с матрасом 8000. Но она старая, я не знаю, если мы штуку за то получим. Оценим в 1000. Кровать? Да, с матрасом. Вроде не в плохом состоянии. Все так хорошо, такое чистенькое здесь. Тараканами не пахнет, но это кухня. Дальше. И да, хочется ювелирную посмотреть коробку. Написано Sheets, Dishes and Books. Розетка. Ну так. Посуда, какие-то кухонное что-то, книги. В принципе, ничего особенного нет. О, а здесь коробка с игрушками. Ух ты! Смотри, какой орнамент. Яйцо Фаберже. А это может быть реально Фаберже? Нет. Нет, это магничайно. Но все равно красиво. Красиво. Не надо. А что, вдруг там что-то есть? Ну, она что-то говорит. Она как бы это шкатулка, которая... Поет. Поет, да. Угу. Хамел. Хамел дорогие. Елочка. Роман. Westland. Я даже не знаю, что это. Как раз скоро Крисмас. Уже пошли? Угу. Но в основном Барби, наверное. Берс. Ух ты! Бойд. Кажется, они очень даже не дешевые. Или нет? Или... А, она еще поломанная. К сожалению. Что-нибудь есть тут вообще такое суперинтересное? О! Какая-то тяжеленькая шкатулочка. И тут кружечки. Ну, потом пройдемся и посмотрим, да? И выставим на продажу. Как раз к Новому году зайдет Мемарику Микки Маус. Какой-то винтажный, ну-ка, да? Доставай. Я не думаю, что сильно винтажный. По-моему, Ленокс. По-моему, сильно винтажный. Ну, этот хороший. Что-то будет стоить. Вообще, когда Крисмас приходит, то есть Рождество, вот такой товар очень хорошо идет. Конечно, там миллионов нет. Но заработок есть. Что ты принесла? Лес. Декорации на вот тебе лес. Так. Маленькое ядро. Почему не ладро? Потому что ядро. Ладно. Просто потому что. Ну, в испанском языке они не читают L. Ты когда-нибудь слышал такое блюдо? Квасадилла видела? Квасадилла? Да. Она читается по-английски кейсадилла. А. Там L нету. Плиз, будь там. И что, это дорого? Да, класс. Такая может легко быть 120, 130, 150. Это качество, высшее качество всех этих фигур. Это самая, мне кажется, дорогая фигурка из фигурок керамических. Пошли, забери мне вот это. Но, ножик дорогой сломала. Но слава богу, что не это, фиг с ним ножом. Я на секунду подумал, что это... Я на секунду подумал, что это она упала. Ты просто был такой взгляд.
У меня инфаркт. Паника-атак. Паника-атак началась. Тихо-тихо. Крепко держишь? Air Humidifier. Гас у него декорации. Made in Spain by Yardo. Made by Yardo. Ух ты. Называется Nao. Тоже с такой же собачкой. Надо очень внимательно проходить. Я думаю, вот этот, тут цены нет. Но тоже долларов 120. Я их продавал раньше. О, The Gift с росписью. Какая тут роза, выточенная из камня. И вот здесь что-то написано, ну, какая-то история о ней. И он расписался на этой картине. Надо посмотреть. Мы особо не сильно разбираемся в искусстве. Да, нам оружие, золото подавай. Корзинки с цветами. Так, здесь что-то есть. Держи. Ух ты. А это прикольная такая огромная коробка для... Прикинь, какой этот... Охранять их. Бережно, как они запаковали. Там есть что-нибудь внизу? Подписи какие-нибудь, что-нибудь. Нет, ну это надо тогда поискать. Дикей. Дикей, я не знаю, что такое дикей. На вот это воткни сначала. Но с такой раз. Осторожностью. Да. Ух ты. А это золото? Золотая вот эта штучка, точно? Проверь вторую. Тоже может. Что-то я думаю, мы удачно зашли. Вообще, мне такое настроение сразу хорошее. Так, здесь что-то я не знаю. Слушай, я не понимаю, нету никаких проб, но оно такое тонкое. А вот это тоже, да, не вижу проб. Это очень похоже на золото. Да и вот это. А тут проба есть. А вот одна троянская унция серебра. Классный. Чистейшего, 999. О, 999? Да. А вот это золото. Я пробу не вижу, но если это не золото, то я не знаю, что. Смотри, тут все золото. Да. Это все золото. Смотри. Золото, да? Вот, смотри. Это все точно золото. Да, ну, вот это точно золото и серёжки. А здесь есть. Две сережки, смотри. 14 карат. Да. А это тоже точно золото. Все. Я думаю, вот эти тоже коробочки сохраним, потому что они нам нужны. Как-то не ожидал я, что вот... Вот с такими контейнерами. Будь золото вообще, да. А это прикольно, там крупы, да, хранят. Давай заберем. Все в машину бросим потом. Протеин веганистый. Хочешь? Мне кажется, он новый. Вон. Я что, веган? Вот. Уже нет. Уже все складывает? 2 месяца тому назад. Мы даже не поцарапали его. Кого? Юнит. Мы так, сбоку чуть-чуть посмотрели. Уменьшился, да? Нет, тут только кровать стояла. Единственное, что изменилось. А все вот эти миллион коробок. О, что-то есть. Джабра. Ты знаешь, что такое джабра? Нет. А это... Забираем. Это хороший знак. Мы купили такую специально для этого бизнеса. Ультрасоник. Чистящая машина для... Вибромашинка. Да. С водой, которую специальным солюшеном заливаешь, и она бзззз, и она чистит это. Почему это хороший знак? Потому что, значит, есть много ювелиров. У нее, может быть, ее много. Да, хотя что-то мы даже не посмотрели, да? Я так один раз сейф нашел новый с виду, знаешь? Такой, думаю, классный сейф, такой небольшой сейфик, знаешь? Думаю, классный, ну такой тяжелый, новый, положил. Разбираю, Юнь, думаю, что у нас подозрительно тяжелый? Открываю, там новый пистолет в упаковочке. Внутри сейфа. Он купил сейф, открыл, положил, закрыл, запаковал. Наклеечку и положил как новый сейф. Если бы я не проверил, я бы его, может быть, на юнит поставил. Да. Подумал, ну сейф, он что там, 30 баксов стоит. Ну что, делаем. Надо это все куда-то девать. О, открашка от пива, мы давно искали. Да, точно. О, что за бренд? Бренд без бренда? Да, смотри, вообще ничего нет. Ничего? Пустота. Но он в пакетике. Селфи делать. Бабушка была продвинута. А, ну да, история такая, бабушка была... хозяйка этого юнита, и просто исчезла опять. Ну, как бы они ей звонят, пишут, хотят узнать, если она будет платить за свой юнит. Короче, здесь куча сумок. Да, и она так и не ответила бабуле. И выставили эту кладовку на аукцион. Я ее купил. А дальше вы знаете. Такой разбор мне нравится, когда не поднимаешь кровати за 400 фаундов. Без такого разбора нет такого разбора. Это правда, ты сказал. Истину глаголишь. Истина устами младенца. Так, Настя наставит на ювелирной коробке. Yes! Что-то есть, Настя, что-то есть. Здесь было Barclay Jewelry. Это классно. О, да, есть еще даже такое. Тут непонятно, что. Застежки.
Что-то есть. Похоже, да, на золото. Складывай в коробочку. Да. Ну, проверим. Это тоже похоже на золото. А вот его пара. А вот квотер. Да тут все, походу, серебро. Ну, это серебро. Короче. Пара внутри. Надо все проверять. Что-то похоже, что нет. Вот это. А, нет, это не очень похоже. Пробы там не было? Mm-mm. Ну, как-то странно, да, выглядит? Драгоценности какие-то? Не обязательно. Ну, жемчуг тоже драгоценность считается. Так. Оставим это здесь, на кроп. Пойдем дальше посмотрим. А вот это, смотри, похоже на что-то на белое. Вот особенно вот это. Вот это точно... Ладно, посмотри вот на этот. А мне кажется, вот это точно золото. Ну, очень похоже. Цепочка так блестит. Ну, вот это точно золото. Никаких проб. Тут есть какая-то, но я не вижу, очень маленькая. Вот это, мне кажется, точно золото, посмотри. Угу, не, очень похоже. Ну, подожди, да, тут что-то написано. Тут ничего не написано, но она... Там написано. 14К. Да, значит, это тоже 14К. Вот это дорого, вот это как изделие будем изучать. Вот это надо проверить. Обычно вот в этих висюльках нет никогда золота, заметь? Тут обычно самая дешевая висюлька. Угу. Вот это серебро здесь, вот это непонятно. Вот тут, смотри, что-то написано. Серебро, наверное. Так, тут понятно. Потом будем проверять. Нет, тут бусы. Хотя единственное, вот... Смотри, какой браслет. Так, дальше идем. Это серебро. Тут 50 центов деньги. Непонятно. Брошечка. Написано. 925-е? Угу. Да, серебро. Китай. Да, много серебра. Смотри, как светит. Не, сюда. Здесь много серебра. Угу. Мы Жене дадим перебрать вечером. Это сережки. Угу. А вот эти с шариками не золото? Да? Часы. А, прикольно. Whatever, I'm late anyways. А, я опаздываю. Типа пофиг, я и так опаздываю. Это мои часы. Кстати, да, ты меня постоянно опаздываешь. Ну ладно. Кварц Женева. Фигня. Я знаю. А что за карточка? Мавада. Часы. А, это Jewelers. Какой-то LS. Бусики. Пусто. Знаешь как? Мощно? Угу. Неплохо, начало неплохое. Вообще неплохое. Ну что, погнали. Коробки. Здесь кастрюли. Одежда. На полу пустая. Christmas. Тут что-то похоже на пустые коробки. Ого. Пустые коробки и... Опять? Ядро. Блюдечко-ядро. Просто блюдечко. Какой-то роман. Эксклюзивная от романа. Как? Ладно, коробки мы не будем. Тут просто коробки. Не будем выкидывать. Может, найдем Christmas ornaments. Гобель. Колокольчики, смотри-ка. И вот еще один такой. Кто это производит, неизвестно. О, вот это Сваровский. Genuine Australian. Вау. Кристалл. А там есть написано Сваровски. Они вообще пишут на этом, на самой звездочке. Звездочки вообще дорогие могут быть. У нас мы находили несколько, и зависит от размера, и от дизайна, и от года. Некоторые бывают до $300, а то и красиво. Больше. Так что 91 года. Mm-hmm. И 32 года. Angels. Among us. Among us. Среди нас. Маркиз Ватерфорд. О, это хорошо. Ватерфорд это типа Сваровски. Ну, только они стекло делают. И недешево стоит. Ну, это я не знаю. Может быть, 20-30. Посмотрим. И мишка. Ух ты. Красиво. Это точно. Шарик. С такой штучкой. Это отвалилось, что ли. Может, приклеим. Да, 90-го года, смотри. Походу, это тоже Сваровский. Да, вот самое интересное всегда внизу. 92-го года орнамент. Вовремя мы нашли Christmas. Это тоже Сваровский. Еще какой-то Made in China Santa. И тут такой же. Ну, эту коробку надо пересмотреть перед Крисмасом. Fragile написано. То есть Fragile. Хрупка. То есть хрупка. Какие-то полупустые коробки. Тут просто коробка. О. А, это рамочка. Ну, какая свечка.
Всем свечка, свечка. А тут что-то есть вроде. А, коробка. Ну, слушай, коробки нужны, потому что... Мы там нашли. Мы парочку нашли без коробок. Closest hats. О, это гитарный кейс. Ага, ну такие дешевые. Значит, может гитара будет? Возможно. Это очень хорошо. О, смотри. Давай, я тебе доверяю. Так, это точно даже. О, что-то полное. Это ремешок от каких-то часов. Подожди. Это не ремешок, это браслет. Браслет, ну ремешок. О, тут что-то написано. 925 серебро. А тут что? Это вот от него? А, stainless steel. Ну, это от него коробка. И он тут еще с сертификатом. Серебро. Да ладно. Это чисто от ремешка? Это от ремешка. Не от часов? Ну, вот смотри, сейчас покажу. Смотри. А, нифига себе. Прикольно, на. Паш, смотри, какая-то коробка очень напоминает какую-то коробку. Там этот, жемчуг. Ну, это Lian's Jewelers, это хороший жемчуг. Золото с жемчугом. Да. Так, закрываем туда. Блин, какой... В такой коробке, которая просто... Просто валяется. Да, тут коробка с мусором. Мы сидели и просто разбирали. И очень красивая. Ой, это похоже на тот, на ту подвесочку. Это похоже на брюлики. Это кольцо? Нет, это кольцо. Это как он тебе, помнишь, висюльки? Надо проверить. Там котор. О, это тут еще сколько всего. О, они тут... О, фамильное золото. Да ладно. Угу. Подожди. Походу. Или... Не знаю, но очень похоже. Так, тут что? Вот это похоже на золото, на белое, очень. Тут точно есть. Покажи. Проба, но я не вижу ее. Ложи. Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста. О, да, это золото. Блин, как они блестят. Ну, я вот просто, ну, металл какой-то странный. Подожди, здесь что-то написано. 920... Серебро? 925-я проба. Ну, это, может, Сваровски, посмотри, как блестят они. Циркония написано, сизи. А. Ну, хорошее, серебро. Что еще? Ну, это точно не золото. Вот есть вот такое еще. 925 серебро. Скажи. Тут даже что-то написано, представляешь, на этом браслете, вот на этом. Какой-то бренд? Да. А там что? 925. Скажи. Ну, тоже красивенькое. Похоже, да, на белое золото? Угу. Не, ну, вот это золото точно, вот эти два кольца. И вот это третье, кажется, тоже. 14 карат. Да ладно. Угу. Ого. Тоже? Очень похоже на золото. Сколько это? 10, 14. Ну, выглядит не как золото, скажи. На, это не знаю, мне кажется. Ну, все скольно. Сильвер. Похоже. Угу. Серебро. Серебра, да, накопили, наверное, уже. И второе там было. Это да, серебро. Там написано много чего. Да. Такое мы уже находили. Так. А ну-ка высыпай вот сюда. Чтобы там не ковырялось, чтобы что было видно. Осталось? Ну, точно серебро. 90% здесь все серебро. Угу. Может быть, даже есть что-то. Нет, все серебро. Ну, круто. Пакетик. Все, пакет пустой? Да. Так. Обалденно. Не потерять бы ее. Сидим, такую мусорную коробку разбираем. Типа даже особо и не стараемся. И тут находим серебро и золото. О, смотри, какая тяжеленькая. Я даже не знаю, что это за металл. Очень тяжелый. Social, смотри. Он. О, еще один, смотри. Пош. Да ладно. И не одна. Сколько? Две. Офигеть. Только подожди-ка. Так, обыщи его, пожалуйста. Сейчас. Так, ничего себе. Первый раз в жизни нашли деньги. Обалдеть. Не, вроде пустой. Вау. Вот это приятно. Ух ты, смотри, как забыли, да? Была заначка и забыли. Походу. А вот с этой стороны что-то там еще-то есть. Не, а заначка. Нормально, забыли заначечку. На $200. Угу. Смотри, вот здесь, в этом конвертике, на конвертик была вот эта штука. И там какая-то проба у сзади есть. Была такая точно, нет? Класс. Надо в это заглавление написать «Доллары были везде». Нет, золото и деньги были везде. Это реально, по факту. На, вот эту я не знаю, что это такое, она такая тяжелая, что ж... Это я же такую же положила.
О, еще на, да, на. И главное, коробка такая, о, часы. Мне нужны были часы. Какие? Настольные? Да, рядом с кроватью. О, тут очки. А нет, тут часы. Tommy Hilfiger. Он может быть хороший. Да, они неплохо стоят. На, вот так и оставим. И главное, такая самая мусорная коробка, да? Ну это вот, знаешь, такой я... О, подожди, провод айфоновский. А, вот эти часы, смотри. Синие. Тут часы есть или что-то уже другое спрятали? А нет, часы есть. Никогда не знаешь, да, в таких юнитах, где что лежит. Ну это вот у тебя дома тоже по-любому, да, есть такой ящик, куда ты складываешь всякую ненужную штуку. Да. Ух ты, смотри, какая книжка. Что-то я не хочу выкидывать 60-го года книгу. 60-го? Да, посмотри, вот первая страница. Да, класс. Надо вот такие именно мусорные коробки, да, обратить очень внимание. Внимательно. С одеждой еще одно. А вот такие, видно, что в такие мусорные она может, она не брезгует покидать золото. Так. Неплохо. Вообще неплохо. Уже, кстати, темная ночь, уже часа два ночи. Нашел такой сундук старый детский, но он походу винтажный очень, да? Угу. Его можно тоже попробовать продать, а в нем были две коробки. Что написано? Серебро? Может быть серебро, да? Угу. О, смотри, деньга. Доллар синий, 57-го года. Ну это раньше были или красные, или синие. Угу. Золото? Timex. Это какие-то винтажные, наверное, да? На, вот это не золото у тебя в руке? Нет, это не золото. Точно? Точно. Люцерн. Ты знаешь, что такое? Mm-mm. Смотри, как блестят внутри. Ну, их надо открыть, посмотреть, почистить. Смотри, какая-то монетка. Медная монета какая-то. С Никсоном. Да, надо ее тоже взять и туда же, в ювелирку складывать. Это не золото, да? Ой, еще одна монета. Необычные совсем монетки. Короче, надо перебрать. Ух ты! Ну это... А, блин. Ты думала, это Корея. Тоже интересно. Какие-то нарезки, вырезки, ключики. Тут понятно. Вдруг сейчас это миллион долларов стоит? Нет. Корейские деньги вряд ли. И куча книг, которые мы, кстати, будем проверять, потому что... Это винтаж. Винтаж серьезный здесь. Настя уехала домой. Я немножко тут подразбираю, Женю жду. А, сумки нашел. Знаете, что меня удивило? Что тут в таком юнте, где есть золото, есть очень жесткая подделка Louis Vuitton. Хотя такое, кожа очень такая мощная. Ну, хорошая с виду. Везде написано Louis Vuitton. Но проблема в том, что все криво. Как-то криво все. Ну, Louis Vuitton так криво не делает. И швы кривые, замки кривые. Здесь швы кривые. Louis Vuitton так не делает никогда. У него идеал. Все идеально. Но странно. Зато кожа очень подходит, похожа на настоящую. Вот. Но там было штук 5-6 разных сумок Coach. Недорого. 30-40-50 долларов вот за эти 5 сумок. Я думаю, долларов 120 можно получить. Сейчас Женя, кстати, приедет, посмотрит. Она очень любит Coach.